Всем здорова, с вами. На этом мы продолжаем проходить Undertale. Сейчас мы направляемся к вон тому зловещему зданию. И там, по идее, должен быть лифт... Да, к Асгору. Так, опа. Что это? Пожалуйста, выберите место. Левый этаж, правый этаж. Давайте левый этаж. Какой скоростной, хороший, однако, лифт. L1. Так, что у нас тут? Видеть такую странную лабораторию в таком странном месте. Вы наполняетесь решимостью, а... Стоп, а куда я приехал? Вход в лабораторию. Я чего-то не понял. Я чего-то вообще не понял. Стоп. Это L1, да? А там же еще... Пожалуйста, выберите место. Там же еще должен быть этаж. Правый этаж. Правый этаж 2. Давай правый этаж 2. Так, и куда мы сейчас при... О! Хе! Я Жарк Огнен, запомни мое имя! Ладно, Жаркое, я пошел. О! Сан, здорово, дружище! Приятель, чё, как? Не желаешь купить хот-дог? Всего за 30 м. Извини. Да, тебе стоит приберечь деньги на колледж и для пауков. Для каких пауков? О, а это что? Хрустящая булочка. Я люблю хот-доги. Эй, разве не странно, что у него снег на крыше? Да, немного есть такой, я только сейчас обратил внимание. Похоже, продавец слишком ленив, чтобы очистить его. Ну, видимо... Воу. Альфис обновила статус. Ужин с подругой. Это фото, на котором фигурка девушки-кошки стоит рядом с чашкой лапши. Кускелетон запостил фото. Мы постим горячие фото... А, мы постим горячие фотки. Вот и я, и мой клёвый друг. Это фото с папирусом, позирующая перед зеркалом. Она на нём... А, на нём солнечные очки. К его рукам прифотошоплены громадные мускулистые бицепсы. У бицепсов тоже есть солнечные очки. Так, ладно, ну нафиг эту поироп, пошли дальше. Альфис обновила статус. Лол, скелетон с 95. Это шутка, верно? Скелетон 95, да нахрен ты, Альфис, этот чат сделал. Здесь только одна шутка, это мои сильнейшие мускулы. Так, что у нас тут? Прислал вам запрос, друзья. Принять запрос? Да, окей. Похоже, нас уже отменил свой запрос. А это что, на земле лежит фартук? Возьмете ли вы это? Давайте возьмем. Вы получили грязный фартук. Все равно, блин, там можно его ли выкинуть, или потом куда-то деть. Так. А тут-то что у нас? Звонок. Привет, это доктор Альфис. Эта головка как бы связана со временем. Ты видишь там переключатель? Тебе надо нажать все... А, все... три за 3 секунды. Я попробую помочь тебе с ритмом. Щелчок. А, все, кажется, понял. Сука! Да, блядь, твою, а? Альфис! Похоже, тебе нужно было нажать только 2 из них. А-а-а! Щелчок. Я думал, то, что мне еще опять придется, блин... Перед туда. Фига себе, Альфис обновился. Это последний раз, когда я пытаюсь помочь с головоломкой. Не последний. Что-то мне так кажется...
Эм, привет. Я иду в Борн, так что я немного побуду АФК. Я уверен, ты справишься с этой головоломкой без моей помощи. Щелчок. Пжж. Пу. Так, и куда же нам надо идти? А, все, теперь понял. В смысле? Понятно. Понятно. Тогда. Да, блин. Твою налево. Тогда сейчас вот так вот попробуем сделать. Так. Так. Ах ты, срань-то такая! Сволочь называется. Да, блин. А, вниз тогда. Потом еще там вниз. Сюда. Сюда. А. Я вот понимаю то, что надо как-то сделать, чтобы было, так сказать, в другой стороне. Так, давай-ка. Так. О! И вот, как раз это, кстати, было очень просто. О, микроволновочка. Альфиса ставила новости. О, магад, ребята, думают мяу-мяу 2, лучше мяу-мяу 1? Лол, это шутка, да? Я не знаю. Понимаю, что однажды мышь взломает электронный сейф и достанет сыр, вы наполняете все решимостью. Это электронный сейф. Файл сохранен. Внутри этого лазерного компьютеризированного сейфа лежит кусок сыра. Лазеры оплавили край сыра, он прилип к столу. Альфис обновила статус. Он гад, разве они не понимают, что это рушит всю сюжетную арку мяу-мяу? Альфис, отберите у нее кто-нибудь телефон. Обновил статус. Моя рецензия на мяу-мяу 2. Мяу-мяу, милашка, целовашка 2, не целовашка, не милашка. Это трошак, 0 звезд. Я не понял тут еще. Эй, ты, стой. Мы, типа, получили анонимную наводку о человеке в полосатой кофте. Нам сказали, что прямо сейчас он бродит по жаркой земле. Знаю, звучит жутко, да? В общем, расслабься. Мы отведем тебя в безопасное место, окей? Хм, в чем дело, бро? Посмотреть на кофту? Типа, а что с ней? Бро, ты думаешь о том же, о чем думаю я? Облом, это типа мега неловко. Мы типа на самом деле должны убить тебя и все такое. Королевские стражи, да вы издеваетесь, а? Королевские стражи атакуют. КС-1, а, КС-01 и КС-02. Почистить доспехи. Вы пытаетесь дотронуться до доспеха стражи на лиде. Ваша рука соскальзывает. Типа лапы прочь. Командная атака. Ай!
Бля! Что-то не получается. А сбежать от них? Типа, умри и все такое, что? Твою мать! А я не пол. Я так больше не могу. Только не так. Типа 02. Я типа... Не, не говорить. Я типа люблю тебя. Ай, братан. То, как ты сражаешься, то, как ты говоришь. Ну, чуваки, ну, пожалуйста, ну, дайте мне пройти, а. Я люблю проводить с тобой командные атаки. Люблю стоять рядом с тобой, покачиваться и синхронно махать оружием. Чуваки, можете в другом месте поговорить? 02, я типа хотел бы, чтобы это длилось вечно. Чё за хрень? То есть... Ха, повелся, братан, ха-ха. 01. Добро. Хочешь, сгоняем за мороженым? После битвы. Конечно, чувак, ха-ха. 02 и 01 счастливо смотрят друг на друга. Пощадить. Все, есть, у нас есть бабосы. У нас денежки есть. Ладно. Будет лавка, хоть можно будет еще закупиться. Альфи сомнила статус. Стоп. Как там человек? Альфи сомнил статус. Топ 10 сериалов, которые заставят вас забыть о своей работе. Не надо, я дойду до этой двери, чтобы... А... Темновато. Звонок. Окей, я вернулась. Еще темная комната. Не волнуйся, я помогу. Все под контролем, благодаря моим хакерским навыкам. МТТНЮ. Да вы издеваетесь? О, да. Вечер добрый, красавцы и красавицы. Это Метатон в прямом эфире на МТТНЮС. Школу отменили из-за восстановления головоломок. Так, что там? Ученые обнаружили... что там они обнаружили? Полезные свойства. Сидение... А, сидение за компьютером. Вот. Шутим. Лол. Интересная обстановка накалилась. В восточной части жаркой земли. К счастью, на месте работает наш корреспондент. Храбрый корреспондент, пожалуйста, найдите нам что-нибудь стоящее. 10 наших прекрасных зрителей ждут вас. О, ты... Собака. Какая сенсационная возможность для репортажа? Уже вижу заголовки. Где-то существует собака. Откровенно говоря, я ошеломлен. Даже... А, доложи тебе об этом. Да давай. Внимание, зрители. Наш корреспондент обнаружил собаку. Зрители умиляются. Верно, господа. Какая оптимистичная история года. Взгляните на эти ушки, лапки, пушистый хвостик. Погодите-ка секунду. Это не хвост. Это... Фитиль. Так и знал, это собака. Бомба! Но без паники. Вы еще даже не видели остальную часть комнаты. Чё тут у тебя тут все предусмотрено? Боже. Видимо, все в этой комнате на самом деле бомба. Даже мячик и подарок. Тот подарок бомба. Баскетбольный мяч бомба. Даже мои слова. Бомба.
Отважен корреспондент, если ты не обезвредишь эти бомбы, эта большая бомба от тебя... от тебя я шметок не оставлю через 2 минуты. И тогда ты не сможешь вести новости вживую. Какой ужас, какая досада. Нашим 9 зрителям это не понравится. Это понравится. Какие не очень такие хорошие зрители. Удачи, дорогуша. Звонок. Не волнуйся. Я установил программу про зарядки бомб на твой телефон. Нажми обзредить, когда бомба будет в... Нажми обезвредить, когда бомба будет в зоне обезвреживания. Теперь за ним. Опа. Тихо, тихо. Я не хотел. Отлично. Продолжай ходить по комнате. Пробуй пойти к той, что в нижнем углу слева. В нижнем углу слева. Слева. Там типа силовое поле. Окей. Так. В нижнем углу слева. Обезвредьте игру. Бомба игра. Обезвредить бомбу. Обезвреживание не удалось. Цельтесь в зону обезвреживания. Итак. Так. Бомба по-прежнему активна. Так. Да, обезвреживание не удалось. Ты издеваешься, сука. Так. Да твою... Давай, блин. Да твою мать, я же нажал нормально, а. Ой. Да почему? Я не успею по времени. О, бомба обезврежена. 5 бомб осталось. Так. 7! Да вы издеваетесь, а? Так, бомба обезврежена. 5 секунд, 5 секунд. 5 секунд. Сука! Так, обезврежена. 3 секунды. Так, отдай все свои силы. 2 секунды осталось, не стой на месте. Так. Это... Очень жаль, дорогуша. Тебе не удалось разрядить бомбы за 3 минуты. Теперь большая бомба разорвет тебя на кусочки. Вы готовы, зрители? Вот он момент, которого вы все ждали. Ха-ха-ха-ха. Прощай, дорогуша. Да блин. И что? Ах, похоже, бомба не собирается взрываться. Звонок. Это потому что, пока ты был занят болтовнёй, я сменила... О нет, ты обезвредила бомбу своими хакерскими навыками. Да, вот что я сделал. Проклятие, кажется, меня опять обставили. Проклинаю тебя, человек, проклинаю тебя, доктор Альфис, за помощь ему. Но не проклинаю своих 8 зрителей за то, что остаетесь с нами. До скорого, дорогуша. Ого, это было довольно опасно, да? Я думал то, что бомба сейчас реально рванет. Я такой, блин, быстрее обезвреживать бомбу. Думаю, даже чуточку опаснее, чем мне хотелось бы. Нужно было давать тебе указания точнее. И мне непросто, и не хватило времени. Что ж, это Метатон виноват, не я. Я не могу понять себя сейчас. Я наконец начинаю чувствовать себя уверенно, направляюсь к тебе.
Я не дам тебя в обиду этому наглому роботу, несмотря ни на что. Если придется, я даже нажму... забудь. Мы уже на полпути к ядру. Вперед. Щелчок. Чё ты там нажмешь-то, а? Альфис, говори как есть, что ты нажмешь? О. Вот оно как раз ядро. Звонок. Я смотрю, в последнее время ты ведешь себя тихо. Ты беспокоишься из-за встречи с Агором. Ну, не переживай, хорошо? Король очень хороший парень. Я уверен, ты сможешь поговорить с ним. С твоей человеческой душой ты можешь пройти через барьер. Так что не переживай. Просто забудь об этом и улыбнись. Щелчок. Хорошо, забудем об этом и пойдем дальше. О, L2. Пуньк. И давай, пожалуйста, выберите место. Так, левый этаж 3, давай. Левого этажа 3 у нас, по-моему, еще не было. Если... Да, не было. О! А, это кто? Добро пожаловать в нашу лавку, дорогуша. Не желаете паучьей выпечки? Вся выручка идет настоящим паукам. Паучий пончик выглядит более резиновым, чем обычно. Похоже на какой-то волшебный браслет. Стоп. Это же просто круассан. А я купить что-нибудь могу? Видимо, нет. Я в итоге купил пончик. Я не хотел, но та девушка, хоть я и сказал ей, что нет, она продолжала сверлить меня своим жутким взглядом и облизывала губы. Теперь у меня кончились деньги. Так, что-то написано. Получаю распродажу выпечки. Все деньги, вырученные с продажи, пойдут настоящим паукам. Хорошо. Ой, твою налево. Звонок. Привет, это Альфис. Это комната похожа на комнату, которую мы уже видели. Здесь две головоломки. На севере и на юге. Тебе нужно решить их, чтобы пройти. Кстати, хотелось бы заметить. Я не очень люблю подсказывать решения. Но если понадобится помощь, просто позвони мне, а? Хотя знаешь, подожди, у меня есть еще идея. Давай будем друзьями на Монстронете. Тогда ты сможешь мякнуть мне, если понадобится помощь. Погоди. Мы уже друзья, не так ли? Я добавился к тебе, верно? Ты читал мои все посты все это время? Ну, надеюсь, ты согласен насчет Мяу-Мяу 2. Щелчок. Ой. Так, на севере и на юге. То есть нам нужно куда-то вниз, да? Оп. Оп. Да какого хрена? Так, и снова мы у этого коварного места. Так. Да блин, да я же не двигался, а? Да я не двигался. Да тварь-то такая, я не двигался. Звонок. Привет. Это, тебе не обязательно соглашаться, но... давай как насчет посмотреть человеческий сериал вместе. Когда-нибудь. Он называется, мяу-мяу, милашка-словашка. Конечно, да, конечно, когда-нибудь посмотрим. Правда? Альфис, мне кажется... Ладно, я промолчу. Он такой классный, это мой любимый сериал. Это про человеческую девочку по имени Мяу-Мяу, которую людей должно быть... Когда понимать, что лучше, главное,
ее друзья, это как трогательного спойлера, а еще звучит странно, что у нее есть волосы, контролирует разум, она целует людей, управляет, чтобы иметь в виду, ничего, если она уступит поцелуй, тогда уж все, конце концов, понимает, так, спокойно. Я чуть не заспойлерил весь сюжет, я думаю, тебе очень понравится. Мы должны ее посмотреть, как только ты пройдешь через все это. Щелчок. Старая добрая игруха. Блин, так, оп, оп, оп. Оп, блин. Ладно. Блин, все-таки один выстрел? Серьезно? Ай, блин. Почему? Так, а, вот и все, да? О, довольно-таки прикольный тут звук. Я надеюсь, то, что тут этих лазеров-то не будет. О, кактус. Кактус. Дайте мне взять кактус. Видимо, не дадут. Ладно, мы тогда сейчас идем. А, нам надо наверх, да? Северная комната, южную уже сделали, теперь северная. О, тут, слава богу, нету этих. Так, один выстрел. А, так, довольно-таки круто сделано. Сейчас мне надо тут кое-что подшаманить. А, так. Все, опа. Так, нет, что-то не то. Блин. Так, тогда. Все. Тогда вот. Поздравляем. Ура, все. Так, теперь... Я не знаю, я их видел, этих чуваков, или нет. Ладно. Фиг с ними. Вот, теперь куда? Блин, чё понять, куда идти? Чёрт. Так. Ага. И вот сюда. Всё. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Всё. О! Сохраняется. Воздух наполняет запах паутины. Вы наполняете все решимости. А, сохранить. Ну что ж, я думаю, то, что на этом мы с вами закончим на эту серию. С вами был Натс. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем до скорой встречи. Всем пока.